Всем привет! Сегодня 10 мая, 16 год. Три дня назад, 7 мая, ставил строительную рамку и вощину подставлял. Вот такая сейчас ситуация. Вот вощина полностью отстроена. И вот строительная рамка. Сейчас мы достанем. И вот такая ситуация в строительной рамке. Тянут вощин, крупная ячейка. Воск слегка желтоватый. Вот такая ситуация. Усиленно строят. Занимаюсь, продолжаю расширение гнезд. Ставлю вторые корпуса, на которые магазины. Пока погода позволяет. Принос есть небольшой, но принос есть. Нектарчиком подзаливают. Поэтому надо расширяться. Пока не зароились. Всем пока.